короче, есть тут нормальный такой спортзал. Качалочка. Грех не воспользоваться в обед. Ну что, сегодня активный рабочий день. Вчера была вечерняя пробежка. Сегодня мозговой штурм по трудовому праву. Вот. Нужно сделать важное дело. Потом сегодня посетил еще спортзал полчасика в обед. Потягал штангу, еще кое-какие занятия на грудь. Ну, потом легкий обед. Сейчас можно еще продолжить работать. Все. Всем пока. Увидимся.